Hey, всем привет, вы на канале Церковь Плей. Продолжаем мы с вами нашу игру Интернет-кафе Симулятор 2. В прошлой серии мы с вами остановились на том, что мы сделали VR-зону. Вообще сделали ремонт нашей кафешки, прям, ну, под ключ, короче, грубо говоря, да. И все у нас стало хорошо и нормально, короче. Так, давай настройки. Так, тут чувствительность мы немножечко даже. Давай сделаем вот так, наверное, поменьше ее. Вот, кстати, вот теперь это уже прям более такое, более-менее... Хотя нет, это все равно очень, очень мало. Это очень мало. Так, теперь настройки. Давай мы все-таки, может, вот так тогда чуть-чуть побольше сделаем. Вот, кстати, вот это вот прямо оптимальная середина. А не понял, а где наши? Так... холодильники, накинем им холодильник, короче, сделаем им здесь еды, поставим. Так, ну и все, пошли теперь в наше кафе. Сегодня мы с вами будем заниматься именно вот, знаете, чем? Сегодня попробуем биток. Ну, типа вот криптобиржа, криптовалюта, вот это вот такое, да, майнинг, там все такое. Так что вот этим мы сегодня и займемся. Сейчас тогда недолго думаем, прямо сразу бегим покупать этот майнинг. Потому что что вообще оно из себя представляет, как бы очень интересно. А, блин, у нас очень мало энергии, и мы можем урониться. Ну, тогда, короче, ладно, можем урониться, это, ладно, уронимся. Так, тут девчонка нормальная сейчас, не так, подожди, вот здесь, наверное, да? Или... Да, все, вот здесь. Так, ну что, подруг, давай тогда покупаем у тебя. Вот это вот покупаем. Нажмите, чтобы получить. Статус, так, код майнера. Введите свой код майнера. Дальше получается что-то еще. Остановился, близко. Ничего, какой-то код нужен, а где код взять какой, не знаю. А, подожди, нам же надо ее в этот закинуть, в рюкзак, а то мы ее не заберем. Нажмите, чтобы взять, и давай в рюкзак мы ее кинем. Вот так. И тут, получается, карточек надо. Сколько тут надо карточек? Так, 1, 2, 3, 4... Так, 3, 4, 5, наверное, штук надо. Это одна. Это вот вторая. Потом еще у нас вот идет третья. Ну, здесь как минимум вот на три у него стоит, да? А, подожди, ты ее не взял. Так, это вот у нас третья. Мы же вот, все, мы же купили ее, я же помню прекрасно. Так, это четвертая. А, ну и как раз последняя вот пятая. Мы тоже ее вот так... Блин, мы ее опять не взяли. И давай вот получается пятую. Все, сейчас мы ее закинем в рюкзак тоже. И купим вот получается внутри вот этих кубика, да? Буровые установки или как они тут называются? Не знаю. Так, вот это мы купить не можем. Ну ладно, так, это мы забрали. И вот эти вот тоже. Так, интерфейс. А, типа вот они сразу как бы это... типа. А, ладно, короче, берем их, получается. Да давай ты. Пока у нас энергия сейчас еще не вся истощилась. Чтобы нас сразу отключило, короче, и чтобы было все хорошо. Чтобы мы остались там, где, короче, надо. Вот так. Так, все, отлично. Получается, мы все закупили. Там у нас вроде как ничего. Так, а у нас мы... А где выход? А, все, вот он выход. Хорошо. Хорошо, хорошо. Так, вот эта дорога у нас вроде бы... Да, нашим кафе. Так, что у нас тут? Все у нас тут нормально? В смысле, блядь, не прокач... В смысле не прокачанные? Ты чё, офигел? Схерали, блядь.
Офигеть, в смысле они не прокачаны были? Или типа мы не сохранились, что ли, или что это как-то? Блин, столько бабок потеряли, ну ладно. У нас сейчас энергия упадет, у нас упадет энергия. Быстренько покушаем и давай, все-таки успеем мы вот домой или не успеем? Вот давай, вот на раз, два, три. Успеем, не успеем? Я думаю, что не успеем. Потому что пока этот лифт, пока он едет, энергия не бесконечная, спать хочется. И мы, скорее всего, я почему-то вот больше чем уверен, что мы не успеем. Блин. Нет, успели, кстати, прикинь, спать, но нам спать не дают. Нам надо для сна еще что-то два. Чё два, блин? Кого два? Непонятно. Но... Да ладно. Пускай нас сейчас вырубит. Ничего страшного в этом нету, как бы. Вырубит и вырубит. Или нам до сна еще 2 часа как минимум. Типа, ну, блин, не знаю. Вот это вот надо будет немного все-таки разработчикам пофиксить, чтобы было это нормально. Чтобы можно было спать тогда, когда... Когда, короче, ну, тогда. Так, что у нас вообще по каютам-то? Прокачали же, нормально они? А, блин, здесь, кстати, вообще какие-то другие, какие-то матрасы там, блядь. Вот мониторы здесь, какие мониторы, вот мне интересно. Те же самые тут мониторы? Да, тут мониторы те же самые, кстати. Ну, тогда ладно. Дверь закрой. Чтоб не мешать. Сейчас нас скоро вырубит. Сейчас нас скоро вырубит. Давай мы пока вот сделаем вот так, короче. Просто походим, не знаю. Забавляемся. Ох ты ж какая молодец. Хорошо ты. Словила прям. Чё это у тебя, не понял? Чё это, блядь? Шнурки типа или чё это, короче, было? Ха, не знаю. Блин, может тупо побегать? Ну, типа, а чем это поможет? Тоже не знаю. Блин. Ну, давай же уже, ша. Давай, осталось прямо совсем чуть-чуть. Двоих, да? Нет, двоих не получится. Одного надо будет. Давай, короче. Вот так. Еще. И все. И я, в принципе, отключился. Меня не успели побить. Точнее, добить. Ха. Так, ну и как раз у нас игра сохранилась. Все хорошо. Здоровья у нас маловато. Но это ладно. Нас-то пока не слишком шибко волнует, потому что мы бить вроде больше никого не собираемся. А вот буровую установку поставить мы собираемся. Что вот щелкает в лифте, тоже непонятно разом. Что-то щелк, 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 щелк. Что щелкает? Непонятно, что щелкает. Так. Все, теперь чешем мы в наше кафе. А, я же забыл, что у нас теперь другие дверки, что они у нас открываются так... Эстетично. А у нас электричество выключено. Так, все, все включили, все хорошо. Садимся. Запускаемся. Ух ты, ё-моё, как все ярко было. Так, мы все включились, хорошо. Так, теперь вот это мы делаем вот так. Вот так, вот так и вот так. Автокликер, ну, то есть авторазрешение, и все как бы. Так, все. Играйте, ребят. Открываем вам кафе, все, занимайтесь.
Работайте, играйте там, что хотите, там, короче, что и делайте. Только, блин, не этот. Не бурите слишком сильно. Так, получается, ну что, ставим тогда, получается, вот эту. С самого начала мы ставим ее. Так, ну давай, да прям вот сюда. Теперь, получается, надо видеокарты выставить на нее. Нажмите, чтобы вставить... А! В смысле ты этот? Чтобы установить видеокарту одну. Дальше, получается, вот так другую теперь ставим. Да чё ты, блядь, дергаешься? Еще одну вот так. Потом еще одну. Дальше теперь мы еще одну сейчас поставим. Или это все? Блять, мне видеокарт надо поставить. Вот так. Так, оказывается, больше надо видеокарт. Не 5, а больше. 6 даже. Так, ну получается, давай мы ее, наверное, включим все-таки, да? Эй, тихо нахер. А как ты... Как тебя теперь взять? Так, взял и строить. Да блин. Интерфейс. Давай, ну вот. Т-код Эндвард, что? А я не знаю, какой код майнера. В смысле, блядь, какой код майнера? Чего? Где мне убрать-то, блин? Это кодовое слово ваше. Или как оно там называется? Так, ну а вот эти. Давай мы прям. Да прямо рядышком поставим и чё. Блин, какое-то кодовое слово. Какое слово? Не знаю. Так, тоже строить? Да, прямо рядышком. Так, и вот эту тоже. Тоже, да, вот так. Блин, какое надо кодовое слово? Я прям не знаю что-то. Блин, офигеть, они вот сейчас прыгают, а вот тут сейчас случаем ничего не прыгает. Нормально все у вас? Да блин, здесь вроде бы нормально. Да что ты там кого-то постоянно пиздишь-то, а? У тебя прям вообще сегодня работа навалилась прям жестко. Так, ну и тогда получается, как мы теперь будем делать? Это, наверное, вот сюда. Вот крипта, скорее всего. И что надо сделать? Сумма оплаты, крипта, как... Какой код майнера, я не понимаю. Портфолио. Что-то я пока не понимаю, какой майнинг нужен здесь. Это у нас что? Собственная монета какая-то. Ну потому что, блин, ребят, я не сильно... Я не шибко сильно силен в этих майнинге с майнинских делах. Да что такое-то? Что, блядь, глянь, не работает. А как это? Как не... не чего, блядь? Что-то игра, короче, полетела, походу. Тут вроде работает. Ближе подходишь, не работает. А если вот так повернусь? Так работает. Подожди, я не понял, какой вообще код майнера тебе нужен? Чего?
А где у нас эта вот майнинговая эта штука? Мы заходили вот сюда, походу, да, какой-то был проход? А, нет. Или сюда. Нет, это наш дом. Вот сюда? Блин. Походу, да. Нет, не сюда. А где она? Блин, да неужто здесь? А, да, вот здесь. А какой мне код майнера, эй, подруг? Код майнера, блядь, скажи. Какой? Я не знаю. Какой, блядь, где его брать-то? Код майнера. Какой код, блядь, чего код? Какого-то майнера, херайнера, блядь. Не понимаю, конечно, о чем они, блин? И тем более там еще вот эти все штуки бегают, короче. Да давай ты уже. Блядь, какой код нужен? Я вообще не вдупляю. Код майнера, блядь. Какой код, блядь? Ну... Да я не знаю. Ну, типа, какой? Ну, не знаю. Может быть, как и название... Кафе. Типа, блин, я не знаю. А, тут даже типа... Так, мало. Ну... Может быть, вот так? А как... Где его брать-то, блядь? Код майнера-то ваш. Я вообще не знаю. Где его брать? Ну, тогда получается, я не знаю. На этом тогда, наверное, мы серию будем вот это заканчивать. Потому что код майнера... Где... Да выходи ты, блин. Вот этот код майнера, а где его брать? Вообще не вдупляю. Здесь тоже нигде его не будет. Где в итоге нам брать этот код майнера? Я вообще... Что вообще, как? Ну вот крипта, она... Ну типа крипта. А куда дальше? Я не знаю, куда дальше. Ну типа вообще не знаю. Может быть вот здесь что-то, кстати... SMD надо что-то вот здесь прописать. Ну да, что-то вот, наверное, может быть, здесь пишется. Типа... Блин, не знаю, ну-ка. И чё? И что-то, короче, вообще ничего не происходит, не знаю. Так, давай им, получается, все оплатим, заплатим. Блин, а я... Не, я не знаю, ребята, где брать этот код майнера. Так что... Ну да, придется на этом закончить серию. Так что... Блин, если кто что знает, то напишите, пожалуйста, в комментариях. А тогда сейчас на этом мы не забываем ставить лайки, делать подписочку на канал. И также, кто хочет помочь развитию канала, ссылочка на донат в описании этого и любого другого ролика.